Выписка из ЕГРН – это официальный документ, который содержит характеристику объекта недвижимости и данные о собственнике. Однако с 1 марта третьи лица не смогут узнать фамилию, имя, отчество и дату рождения владельца квартиры. Эта информация по умолчанию будет закрытой, но не для всех. Закон оставляет круг лиц, которые могут получать персональные данные о правообладателе. К таким лицам относятся супруги правообладателей, сособственники соответствующих объектов недвижимости, соседи по земельным участкам, при наличии, соответственно, границ в Едином государственном реестре недвижимости. Также такую информацию могут получать наниматели соответствующего жилья при условии, если соответствующий найм зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости. Владелец жилья может рассекретить свои данные, например, если он заинтересован в том, чтобы они стали доступны потенциальным покупателям при совершении сделки. Он может обратиться в Росреестр. Это действие является абсолютно бесплатным, оно является доступным. Это действие можно совершить как в электронном виде на портале Росреестра, на портале госуслуг, так и, соответственно, обратиться непосредственно лично в многофункциональный центр. Для того, чтобы внести соответствующую информацию в ЕГРН и раскрыть свои персональные данные. То есть в ЕГРН будет делаться соответствующая запись о том, что правообладатель самостоятельно попросил открыть о нем фамилию, имя, отчество и дату рождения. Как только необходимость отпадет, собственник может написать заявление и снова закрыть свои персональные данные. Новые законодательные нормы распространяются только на физических лиц. Сведения о юридических лицах по-прежнему будут общедоступными. Их продолжат указывать в выписках из Единого государственного реестра недвижимости. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.